актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», приедет на финал чемпионата мира по футболу в Москву. Об этом он рассказал в эфире радио BBC. Он отметил, что с ним в Россию может полететь супруга Рауслис, на которой актер женился в конце июня. Ранее Харингтон заявил, что съемки финального, 8-го сезона «Игры престолов» официально завершены. «Игра престолов» выходит на канале ВОС с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа. Последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года. Финал чемпионата мира состоится на московском стадионе Лужники 15 июля. В последнем матче встретятся сборные Франции и Хорватии. Накануне за третье место сразятся англичане и бельгийцы. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.